Ты знаешь его, брат? Почему Али следит за Ишан? У них такой мир. Никто никому не доверяет. А тебе? Отчасти. Будут приказы. Ступай. Привет. Стамбул, 2009 год. И вдруг рыба заговорила. Если сам сделал что-то плохое, то не перекладывай вину на другого. То есть ты читал эту книгу, да? Какое-то время я совсем не выходил на улицу. Читал книги. Я поняла, что ты хочешь сделать. И что же? Ты хочешь быть тем Эзелем, который нравится мне. Я не хочу из себя кого-то строить. Я такой, какой есть. Мой внутренний голос говорит, что есть что-то еще. Смотри. 45-е издание. Можешь прочесть, что написано здесь на полях? Писатель стал переводчиком моих чувств. Я не одинок. Кто это написал? Нихат. Смотри, здесь написано еще кое-что. Ты выйдешь вечером? Папа что-то подозревает. Он не разрешит. Интересно, каждый считает себя героем или героиней своей истории? А разве не так? Не так. Мы не такие важные птицы, чтобы быть главными героями. Мы просто читаем каракули, повествующие о чьей-то истории. Может, ты пока не начал свою историю? Я думал, что начал, но она не моя. Это история другого человека. Эзель Байрактар, вы меня расстраиваете. Дай-ка мне. Сегодня я узнал о нем больше, возможно, он разобьет мое сердце. У меня есть дела, я пойду. Мне надо идти. Ладно, что поделать. Ты ничего не хочешь сказать мне? Что, например? Например, идем со мной.